дождя, вот в таком уютном местечке. Заулыбаться. И для нас даже место. Чало. Водичку. Дождь стоит стеной. Просто передать словами. На, мы уже съели свой филе дорадо. Димочка скушал, мой салатик еще остался. Чаек. И мы ждем кебаб. Дождик уже закончился, поэтому можно еще сделать несколько видео для вас, когда будем идти обратно к машине. А сейчас наслаждаемся моментом. Вау, яфе! Наконец-то мы дождались наших кебабы на лаваше. Подача просто изумительно красивая. Во всех ракурсах фото. Самое приятное, когда отведать блюдо, которое мы так долго ждали. Это просто сочно. Это просто... Кебаб, он фаршированный, если видно, я тут вижу фаршированный сыром, потом фисташками, божественно, это просто божественно, очень вкусно. Кстати, нет той остроты, которую, когда мы едим кебабы в... вот этих ресторанчиков, да, арабских, там чувствуется вот этот вкус, а здесь именно божественный вкус. Красиво. И я хочу сказать, что даже сейчас, возможно, распогодится, потому что где-то уже проблески идут, солнышко, небо голубое, так что нам не страшен дождь. Зимний дождь. Нам не страшен зимний дождь.
даже путешествовать в дождливую погоду оказывается не так уж и плохо. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Минусы то, что для видео мы выглядим не так уж эффектно, красиво, все волосы мокрые. Лягушки. Ты чё? Нет, не так приятно. К нам домой? Ну да. Я же говорю, нам лески надо там перейти. Мы так погуляли хорошо.